Как всегда, в темном углу этого с вами Спунчик. На этот раз мы находимся на кладбище. До этого я здесь еще ни разу не бывал. О, это что-то наподобие того секрета. Как-то эта локация очень сильно похожа на доки. На то припадки городов. Ух ты. А он того я не видел. Что-то такое. Ух ты. Интересный противник. Люблю вот этих уродов. Здесь вот какие-то пытки в этой локации проводили. Сейчас я спущусь, наверняка меня вокруг там враги будут ожидать, да? Да, он сразу же. Кто-то нашел, кто захотел меня изуродовать. Неприветливая локация. А, здесь по времени. Через сколько ты уже закрылся? Здесь еще и ловушки надо пройти, прежде чем туда спуститься. Там-то хоть есть что-нибудь интересное? Я даже не вижу. 15 минут назад. Ничего себе! Как быстро я должен был до сюда добраться. Ну ладно. А, вон здесь знак, то что это. И для чего это надо было? Просто так, что я спустился? Ну ладно. Здесь и вы есть! Ударное копье. Взять, не взять. Ну, оно легендарное. 100% если урок враг горит. Но я так могу своих врагов безопасно убивать. Блин, я даже не знаю. Чем вы меня так мучаете? Да и как вас убивать? Я себе к вам даже подойти не могу. А, я прямо отсюда мог пройти. Как интересно. Как бы так и хорошо убивал. А? Что интересно, вы можете дать? Такой хпшки. Я бы ее отвернул, сказал. Ух ты, вас там двое? Показалось. Вот он так крюк кинул. Я подумал, что их там двое. А куда меня кладбище-то вывести может? Опять? Да вы издеваетесь. Надо было все нужное оставить. Так меня эти мелкие дряни... Опа. Нужен ключ от кладбища, чтобы сюда попасть. Раздражают. Может, они летают от противника? Я по ним с копья очень плохо попадаю. Разлетаю. А? Здесь я найду ключ от кладбища. Ну, не надо. А как мне до тебя добраться? Только оттуда? Хотя бы мои турели могут им дамажить. Они тоже из-под земли появляются? Или мне показалось? Вон, они находятся выше моей атаки. Ох ты. Ух, я тебя не заметил. Ничего себе ты там противника вскрыл. Спрятались. Опасная локация. Ух ты, ух ты. Повезло, что турель его надамажил. А то бы он мне комбинацию провел. И мне сейчас не поздоровилось.
Кто там еще гулится за мной? Вот он ты. А что там за ключ было? Мне показалось, или там было написано ключ от врата в ад? Здесь что, еще и прямиком в ад попасть можно? Вот это интересно. А там что-то еще было? Я как это, я проглядел это так, там какой-то проходик был. Я сначала подумал то, что это от другой локации, которая находится за дверью, но нет, здесь же когда ты находишься в таких локациях, карты предыдущей местности нету. Значит, как-то здесь пройти можно? Вон, да, проход есть. Странно, что его сразу не заметил. О, секретная зона. Да, это мне нужно было сюда возвращаться, чтобы забрать 190 голды. Это сильно все поменяло. А в той стороне что? Наверняка сейчас и будет еще выбор, куда мне пойти. Я могу здесь дверь открыть, да? Да. Опа. Опа. Эта дверь заперта. А как ее открыть? Там какая-то бомбочка, причем это наверняка мутация для тактики. Как она открывается? Мне же интересно. Ее держит какой-то механизм. А где я найду этот механизм? Здесь? Или нет? Но я хочу ту дверь открыть. Нет, я... А, нет, это... Здесь нужен вообще ключ архитектора. Ничего себе. Как интересно. А где я ключ архитектора найду? Давай, спускайся. Мы тебя здесь ждем. Ух ты. А если пригнуться, то они тебя не достают. Души мне нужны. У меня все равно денег много. Зачем меня так пугаешь? Ты засранец какой. Хотел меня подтянуть, пока я замешкался, там сражался с кем-то. Хотел меня подтянуть и убить. Ты ж какой? Ух ты. Мне еще и вон вис надо уходить. Где-то здесь наверняка этот монах, который трясет своими колоками. Вот он ты. Кого ты еще здесь спрятал? Убедуши, выпал. Ну-ка, действительно не попадет? Да. Если присесть, то не попадает. А я думал, только можно от этого, если как-нибудь спасти, если только вовремя увернуться. А как к тебе попасть? Как-то сверху, да? Отсюда не попадешь никак, я ничего такого не вижу. Нужна клетка босса. Так у меня есть одна. Вот, как здесь посмотреть? Не, здесь нельзя не так посмотреть. Вон, вот отсюда можно попасть. 1350 голды, это того стоит. Там еще внизу что-то есть интересное. Что это? Проход. О, здравствуй. Ну давай еще раз поиграем. Да, я разгнял богов. Мне нужен был урон. Для увеличения урона. Опа, а вот тут надо быть осторожным. Блин!
Ладно. В этой серии я уже... О, кстати, я про мышку забыл. Я вряд ли что-то интересное найду. Я хочу проходить сюда. Есть ли смысл мне сюда ходить? Надо же было так все всрать, а? Да теперь столько проходить надо, чтобы до туда добраться. Это ужас какой-то. Ежедневное испытание крематории. О, ну, здравствуйте. Это что такое? Факел. Ну, спасибо. Факел мне не интересен. Я с пулеточкой похожу. Ух ты, как ты меня успел. Хорошенько так. Рой? Что это за граната такая? А, я понял. Интересная граната. А это что такое? Это уровень? Все три показателя увеличены? Такое есть! Никогда не думал, что такое есть. Ничего себе вас тут! Многовато вас тут как-то. Даже очень. Столько разных противников. А это интересная граната. Оп, взял всех так, переубивал. Ипла, спасибо. Блин, она все равно не сбивает мука. Когда я по нему бью. Ну, сбил. А это что такое? Бонус на очки плюс 5. Это что значит? А, все, я понял. Живая граната, враги буквально вырастают в землю. Ничего себе. Это что такое? Волна отрицания. Отбрасывает руку поблизости. Если враг ударился о стену, получает плюс урон. Ну, я хочу вот это посмотреть. Это стан, да, для них все? Еще плюс увеличение всех показателей. А, у меня, кстати, на время же. Мне надо как можно быстрее все это проходить. Точно. У меня нет времени просто так тупить. Ты мне что дашь? Магнитик какой-то. Что это такое? Магнитная граната? Ну, давай вместо вот этой возьмем. Нет, какая разница. Блин, я в тупик зашел. У меня еще 2 минуты осталось для чего-то. Там какой-то он босс. Он мне даже показывает, как, куда мне идти надо. Опа, опа, опа. Это, наверное, чтобы собрать что-нибудь, чтобы... Блин, я забыл, это же не тот. Не помешает, чтобы босса грохнуть. Неплохая такая граната. Смотрю на ему урон потихоньку. А, увеличение очков у меня кончилось, да? Там что-то есть интересное. Увеличение очку. А мне эти очки-то хоть что-нибудь полезное дают? Или это так? Да, блин. Да что ж такое-то? Как я тебя не люблю. Ух ты, ух ты. Либо всех поджигать, либо замораживать. Возьму, поджигаю. Не, мне бы больше заморозка подошла. Опять ты. Так,
что ж такое-то, а? Надо похилиться. Кстати, а босс я так уже в другую сторону какой-то пошел. Это что такое? Торнадо. Носит нарон всем целям, попавшим в зону действия. Может направлять это со стен. Интересно. Да и опять я не туда пошел. А, вон у меня даже на карте босс показан. У меня 12 секунд осталось. Все. Я не знаю, сейчас что-то произойдет. Время вышло, какая жалость. А я его так и не убил. Пока я там с ними сражался, пока пытался дойти. Мне хоть что-то это дало? Говорят, чем дальше, тем... монстр становится все хуже. Ну ладно. Такое себе приключение. Это если чисто так с кем-то посоревноваться. Да и заодно можно разные оружия проверить, которые ты не находил. Попроверять. У меня еще столько пушек не открыто. Ты ужас какой-то. А это что такое? Нормально. Нет свойств клеток босса. А как увеличить? Уменьшить количество целебных фонтанов. Приметы можно улучшить до качества плюс-плюс в легендарной кузнице. Позволяет получить следующую столовую клетку босса. Так я еще и просто так проходил это. Мне надо было ее активировать. А я-то еще думал, почему у меня все так? Конечно же, подтвердить. Так мне и бесполезно было туда ходить даже. Похоже, что-то поменялось. Вот. Только теперь у меня есть смысл. Куда-то идти. Теперь-то враги станут сильнее. Ничего себе. Да. Это... прям сразу же такие противники начали попадаться. Что я все хочу? Вот это. Чтобы прям с самого начала это немножко неожиданно. Причем мои любимые. А чё у меня так лук долбит? А, так он улучшенный изначально. Это из-за того, что я прокачал, или на стиле? Или из-за чего-то другого? А я теперь вообще до туда дойду? А то мало ли. Здесь настолько стало все плохо, что... не больно, по-моему, садил. Там шмотка лежит какая-то, которую я сразу не взял. Там секрет был? Или мне показал? Мне показал. Теперь двери тебе можно открыть. Ух ты, как я тебя давно не подбирал уже. Сколько серий я тебя не находил? Ты здесь откуда? Взял такой, выполз. Я же там даже все проверил. Или враги теперь даже стали появляться просто так. Даже в тех местах, в которые я уже ходил. Интересно. А здесь не будет тех свитков, которые мне сразу повышают все эти характеристики? Мне он понравился. Ух ты, ух ты. Магнитная граната, это чуть-чуть. А, ну это я видел. А чё, я так не могу, что ли? Я так думал. Все равно, даже если мы в щит ударил, оно должно быть дамаг пройти. Так, а тут у нас дробилка, я её видел. Че?
лбу. Итак, ты смог пройти сквозь портал, да? Ну да. Посмотрим, ты хочешь забрать эти хорошие штучки с собой, так ведь? Ну да. Конечно хочу! Но если ты их заберешь, то вернуться будет намного сложнее, чем добраться сюда. Удачи. Спасибо. А я даже не понял, как я это сделал. Он просто хлопнул в ладоши, открыл мне какой-то портал. Это для меня было полной неожиданностью. Да Макс, что ли, величие? Ух ты. Я допрыгнул. Видимо, только отсюда можно. Да поднимись ты уже. По-другому не запрыгну. Да, я хорошо здесь хп так потерял. Эти штуки на время! И умер. И сразу же понял. Да, вернуться намного сложнее. Я даже под ноги не посмотрел. Да как так-то, а? Как так? Я опять умер. Я опять подох. Что ж такое-то? И легендарный чертеж еще потерял. Ух ты, спасибо. Правда, вас местами надо поменять. Чего себе, там что-то стукнуло или мне показалось? Когда я проходил рядом. Такое ощущение, как будто мне туда не надо заходить. Там прячется что-то страшное. Да, да, вот здесь... Ой! Будете стрелять по мне по очереди. Что ж вы прям в самой первоначальной локации находитесь? Я так вас не люблю из-за того, что вы стреляете через стены. Число. Нет. Я повысил уровень сложности, и вы тут стали появляться. Да. Убиваю я теперь их намного дольше. Теперь уже не прокатит, как раньше. Когда я мог. Спокойно к ним подходить, убивать их, не использовать турели, к примеру, или еще что-то. Нет, теперь надо использовать все по полной. Потому что если не пользуются какими-то способностями, они меня просто дамажат. Ну тут прыгать, тут еще что-то. Да что ж такое-то? Откуда эти лаги? Они меня опять грохнули. Я подлагал и сдох. Как-то это стало слишком... намного труднее, чем я думал. Раньше у меня таких проблем не возникало. Чтобы пройти первую локацию, ну это... Ну, головешка. Давно я тебя уже не видел. Спокойно все это проходил. Чё это вдруг сейчас? Ну, не буду я тратить долгу. Ради этой гранаты. Неужели я настолько разучился играть? Ну, это я все видел. Ну, да то здесь секрет есть какой-то. Маленький мешочек. Ну. И что там? Бесполезная фигня. Будет легче. Головешку кинул. Из капля добил. Плюс еще криты хоть вылетают, и она бьет быстро. Проблем не возникает. А то тот кинжал хоть и бил быстро, но все равно. С ним было очень сложно сражаться. Один.
поджог быстренько уничтожил. Особенно если еще к стене прибил. Он еще и гранату вперед кидает. Надо будет у того кузнеца прокачать и на 20%. Потому что сейчас мне только и нужно делать, что находить топовые шмотки. Они очень сильно мне помогают в начале. Может быть потом-то и я, конечно, если мне будет повезет, я найду сразу хорошее оружие, я смогу как-нибудь пройти, вот, к примеру, как сейчас, что мне головешка выпала и сразу же копье. Но с другими оружиями проходить нету смысла, надо сразу перезапускать раунд. Потому что сейчас мне ошибки вообще не прощаются. Ну да, купил. Чуть денег не много. Конечно, я могу умереть в любой момент. И... Но... Еще откат взять. Ну, все прекрасно. А как же мне до кладбища-то добраться? Теперь. Это же боссы наверняка сильнее станут еще. Надо будет компьютер перезагрузить. Сейчас эту локацию пройду, все прокачаю, и надо закончить на эту серию, потому что в любой момент какой-нибудь лак еще произойдет. И все. И я не жилец. А еще больше умирать мне не хочется. Я так уже два раза подох в самом начале. И проклятые сундуки теперь как-то будет страшно собирать. У меня уже как-то, не знаю, два раза от него сдох. То есть еще так обидно. Так далеко забираешься, потом умираешь. А зачем мне этот левел был нужен, да? Пожадничал, захотел еще больше силы. Можно жадность моя изубила. Спасибо, но не надо. А мне же сюда и надо, да. Я в эту сторону хотел пойти. Посмотреть что-то. И это же можно на плюс 4 сделать все это. Мне по-любому нужна эта целебная фляжка. Теперь мне трех фляг будет очень сильно не хватать. Так, что я здесь прокачивал? Быстрый лук. Да нет, я не хочу пока быстрый лук. У меня и так все. Здесь есть то, что надо. Мне нужна переработка. Я только 8 клеток за прошлую локацию нашел. А что так мало? Они стали чаще меньше падать. Да, плюса можно лучше. И копье. Но стоит ли мне это делать? Да, он мне уровень дает. Правда, денег много потратил. Так, а здесь у нас... Возьму-ка я себе вот эту штуку, когда буду умирать, чтобы быстрее откатывать. Да, здесь этой колбы нету. Все, как прошел локацию, так... Наверное, теперь только через локацию они будут. А возможно, даже потом, в конце, когда я соберу очень много этих клеток, то их вообще не будет больше, они все сломаются. Единственное, на чем я смогу выживать, это на своих банках. И тогда уже у продавца за 38 тысяч плюс еще один заряд к банке можно купить. Это уже не кажется таким абсурдным и ненужным, как я думал до этого. Ладно, впереди предстоит еще тяжкие бои, но сейчас... Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр, пока.